Я приветствую всех уважаемых дайверов, инструкторов, профессионалов, всех, чья работа или хобби связано с водой. Я Валерий Хлоповский, и мы продолжаем обзоры снаряжения от Amphibian Gear. Прошло не так много времени с тех пор, как Amphibian Gear появился в России со своими знаменитыми подвесными системами Smart Pack. И уже сейчас Amphibian Gear нас радует новой своей концепцией. Опять же, она модульная, универсальная, нет ничего жесткого, привязанного в Amphibian Gear. Это новая концепция Sport, Amphibian Gear Sport. В принципе, ноги у этой концепции растут от базовой подвески Smart Pack. Давайте я вам покажу поподробней. Вот на самом деле основа концепции Sport. Это вот эта вот платформа. Вот так вот я ее возьму. Это платформа, где крепятся ремни. Здесь вот как раз брасовый ремень съемный. А чем отличается от смарт-пака? Отличается тем, что если в смарт-паке вы можете использовать, вот посмотрите сюда, здесь подвесная система, ремни подвесной системы, они жестко пришиты, да? И мы здесь используем с вами строго систему упряжка, то есть система Harness. То в системе Smart, в системе Sport используется простая подвесная система, очень похожая на моностропу. Однако это не совсем моностропа. Сейчас я вам поподробнее все это покажу. Вот они, эти пряжечки. Вот наверху два больших слайдера. Вот, вот здесь вот сбоку специальные скользящие слайдеры, которые позволяют из двух кусков стропы двухдюймовой, которые идут от плечей, проходят через бок и проходят вперед. И здесь такой же вариант. Позволяют создать очень удобную, обтекаемую систему крепления вот, целостного комплекта на теле дайвера. Сейчас давайте я одену на себя эту систему, и со всех сторон мы ее разглядим. Ну вот мне представляется возможным теперь попробовать на себе эту подвесную систему. Еще раз повторю, мы рассматриваем с вами новую концепцию Amphibian Gear Sport. Это облегченная, очень обтекаемая система для рекреационного, развлекательного, любительского дайвинга. Она очень компактная в транспортировке, позволяет эту систему в будущем использовать в том числе и в конфигурации Side Mount. Здесь крыло может переставляться внутрь. Для этого мы снимем отдельный ролик. Посмотрите, какая обтекаемость. Вот сзади. Здесь вот ремни очень плотно будут обхватывать баллон. Баллон будет являться как бы стержнем жесткости всей системы. Здесь можно будет разместить различные карманы. Например, вот такую систему грузовую. Стандарт. На баллонные ремни можно будет поставить систему Weight Mini, мини-покеты. Очень обтекаемая, компактная подвесная система. Давайте посмотрим ее с вами внутри. Снимается она тоже очень просто. Если кто смотрел наши обзоры о системе моностропа, то здесь принцип такой же, очень похож. Да, кстати, обратите внимание, здесь происходит элементарная регулировка. То есть вот длина вот этой стропы, она может меняться. Видно хорошо? Угу. И с другой стороны то же самое. Точно так же все
меняется. То есть длина стропы может меняться. Сейчас я ее сниму. Здесь присутствует ручка. Ручка, если не нужна, она убирается внутрь, не мешается абсолютно. Ну а так она очень помогает одевать однобаллонный комплект. Система крепления баллонных ремней с металлическими пряжками. В этой системе мы решили использовать для большего комфорта неопреновые наплечники. Но сюда можно поставить любые абсолютно наплечники, которые вы считаете, какие для вас более оптимальны. Вот очень тонкий профиль крыла получается. Давайте посмотрим, какой вес у этой системы. У меня есть специально для этого весы. Вот мы с вами обнулили весы. Давайте посмотрим, что у нас получается. 2 килограмма. Ну, грубо говоря, вот 2,8. 2 килограмма 800 граммов. Это полностью система с ремнями, с металлической пряжкой. То есть у вас, в принципе, есть возможность эту систему еще более облегчить. Замечательный выбор для тех, кто любит обтекаемость, простоту, максимальное количество регулировок, ну и, конечно же, комфорт. И кроме того, огромное количество возможностей с расширением функционала, огромное количество аксессуаров, которые вы можете подобрать, если просмотрите наш сайт www.amphibiangear.ru, то наверняка вы найдете для себя оптимальное решение. А с вами был Валерий Хлоповский и мой обзор снаряжения Amphibian Gear. Всем удачи!